Можно ли гадать перед Пасхой? Протоиерей Андрей Ефанов. Гадать нельзя никогда. Да, друзья, это так. Что такого плохого в гаданиях, спросите вы? Во-первых, это неуважение к воле Божией. Во-вторых, это пренебрежение той свободой, которой Господь наделил каждого из нас от рождения. Когда мы используем даже шуточное, как нам кажется, гадание, получая ответ, мы себя программируем на определенные действия. И самое интересное, что это происходит уже неосознанно. В социальной психологии есть такое понятие, как самореализующееся пророчество. Ребенку в детстве родители могут навязать какую-то установку. К примеру, ты неумеха. И эта установка будет ему очень мешать по жизни. Бессознательно он будет действовать так, чтобы всячески ее подтвердить, заранее обрекая себя на неудачу. Пройдут долгие годы, прежде чем он попробует разобраться, что к чему. И тут схема очень похожая. Мы узнаем какое-либо предсказание о себе. И в этот момент лишаемся свободы выбора. Свободы действия. Так как все теперь будет работать на эту установку. Если вы соотносите себя с миром церкви, вам придется сделать выбор, во что и кому вы верите. Если вы с Богом, то должны Ему доверять. Иначе никак. Протоиерей Андрей Ефанов. Можно ли гадать перед Пасхой?